Все еще больно. Мне очень жаль. Так. Теперь нужно расслабиться. Медленно. Ноги вместе. Прекрасно. Молодчина. Вы знаете, так важно научиться делать растяжку. Вот смотрите. У меня большие ноги. Я занимался карате. И я могу сидеть на шпагат в любую секунду. Я сейчас подойду. Пойди сюда. Прошу прощения. Не уходите. Ну-ка, пойди на класс карате. Эй, Фрэнки, я сейчас занят здесь с девушками. Нет, это серьезно. Пойди на урок карате. В таком виде? Класс? Вот там проблема. В чем дело? Ни в чем. Что такое? Ничего. Это наверняка он. Ты что, преподаватель балета, что ли? Да, я танцую. И немножко занимаюсь карате. Да? Ты можешь показать, как вот ты дерешься? Ты хочешь показать, как я дерусь? Да.